спринт на старте. И поехали. Дан старт летнему спринту. Трипл мастер выходит вперед. На втором месте Зигзагер. На третьем месте Маэстро Аманит. И замыкает Богема Ах. Ну что же, покажет нам сейчас Темпл Мастер, чему он научился за межсезонье, в своих спринтерских способностях. Ведет здорово Темпл Мастер. Работали с они Сибири в одни секунды. 13,2 секунды лидирует с таким преимуществом корпуса 3,5 перед Зигзауэром. Лошади приближаются к отметке 500 метров, и Зигзауэр подъезжает к Темпл Мастеру. Зигзауэр, Темпл Мастер впереди, Зигзауэр вторым где-то на полтора корпуса и подъезжает. Зигзауэр подъезжает. А Зигзауэра преимущество есть в том, что он уже в этом году скакал. А Темпл Мастер еще нет. И вот Зигзауэр атакует Темпл Мастера. И пошла борьба за лидерство. Зигзауэр немного выходит вперед, но Темпл Мастер просто так не сдается. И борьба между ними продолжается. 28,2 секунды. Небывалые секунды для пятигорской дорожки. Зигзауэр и Темпл Мастер. Борьба между ними продолжается на последних метрах дистанции. Темпл Мастер и Зигзауэр. И все-таки Темпл Мастер. Темпл Мастер первым, Зигзауэр вторым. Богема Ах третий.